Всем привет! Меня зовут Арина, я ведущая YouTube-канала Вандерфото. И сегодня мы с Леонидом пришли на прогулку в авиапарк. Хотим посмотреть, как у нас в жизни будет показываться Polaroid Go. Я эту камеру не видела. Он мне засунул ее в карман. Боже! Боже, какая она... Я вижу ее первый раз в жизни. Просто прелесть. Она похожа на... для мыла. В общем, вот такая вот у нас Polaroid Go. Она очень маленькая. Как мы видим, здесь у нас всего три кнопочки. Вот, получается, кнопка включения. Здесь кнопка вспышки, кнопка автоспуска и также здесь кнопка двойной мультиэкспозиции. А здесь непосредственно уже кнопочка затвора. Вот сюда мы будем вставлять картридж. Картридж у нас вставляется вот сюда. У меня в кармане, точнее, у Леонида в кармане, коробка с картриджами. Нам нужен всего один, и здесь два. А сейчас мы вставляем картридж. Получается, мы открываем вот так вот камеру. Вот здесь вот у нас обозначение, как ее правильно вставить. Мы делаем это вот так. Прелесть. У нас вышел Black Card. Все, Black Card снят. Эта штучка нужна для того, чтобы наш картридж не засвечивался. И мы готовы снимать. Итак, мы делаем традиционное первое селфи. Здесь есть просто прекрасная удобная штука под названием зеркало. То есть ты направляешь камеру на себя, и ты себя прекрасно видишь в это отражение. Давайте сделаем. Так. А. Я-то ее не включила. Господи. Вот кнопка. Та самая кнопка. Мы нажимаем ее вот сюда. Вот так вот. Вот у нас 8 снимков полноценных. Теперь делаем селфи. Боже мой! Через 2 минуты мы окончательно увидим, что получится на данном снимке, но полная проявка составляет 15 минут. Итак, сейчас мы сделаем портрет. Я положу Леню в траву, в клевер, и сфотографирую его сверху. Ложись, что стоишь? Итак, мы снимаем дальше, получается, второй кадр, уже портрет меня. И дело в том, что до этого, получается, у нас кадры были со вспышкой. Сейчас мы эту вспышку отключаем, и Леня делает портрет меня. У этой камеры есть проблемы. Ну, чисто женская проблема, потому что я к ней прикладываюсь, моя тоналка на ней остается. Ну ладно, ничего страшного. Мы решили сделать пейзаж вот этих вот прекрасных вот домов. Не знаю, может быть, кто-нибудь будет смотреть видео и посчастливится запечатлеться. Ну, добро пожаловать на Вандерфото. Так. Эта штука называется фрогтанк. И она нужна для того, чтобы кадр не засвечивался. Но лично она мне здесь не нравится, потому что она какая-то очень тугая. Но я думаю, что это связано с тем, что камера еще не разработана. Когда ты будешь фотографировать чаще, все-таки я думаю, что эта штучка будет легче выходить. Сейчас мы будем делать двойную экспозицию. Мы решили снять прекрасный фон, так как сегодня октябрь на дворе. У нас прекрасные листочки кленинские лежат на траве. Поэтому мы первую экспозицию делаем листочков, а потом сделаем мой портрет. Теперь мы нажимаем на кнопку дважды.
у нас появляется на табло цифра 1, и она начинает мигать. Это говорит о том, что мы сейчас будем делать первый слой. Вспышку мы выключили. Итак, первый кадр мы сделали, у нас мигает второй. И сейчас Леня сделает мой портрет. Мы решили с Леней попробовать таймер, сфотографироваться вместе. Вот сейчас настроили ее, эту камеру. Мы со вспышкой фотографируем. Мы оставляем вспышку, нажимаем на кнопку и убегаем. А я тут в тележке сижу. Теперь все знают, что я точно хипстер. Снимаю на пленку, слушаю музыку с пластинок. И сижу в тележке, буду делать офигительные фотографии. Можете мне завидовать. Так, мы делаем последний снимок. Мы делаем приближенный портрет Лене. И на этом у нас картридж заканчивается, соответственно, и видео тоже. Чё стоишь? Вот снимок номер один. Я делала селфи. Все хорошо, за исключением того, что вспышка отразила зеркальной поверхности, плюс здесь есть небольшие засветы, но это проблема всех полароидов, неважно каких, именно картриджей полароидов. Далее идет второй снимок, здесь тоже все хорошо. За исключением, конечно же, вот этого засвета. Но я думаю, что сверхъестественно ничего ожидать не стоит, потому что это нормально, это правда нормально. Вот этот кадр мне тоже очень нравится. Классно получилось, здесь и тона теплые. Но опять здесь есть точки определенные. Опять это проблема этого картриджа. Все нормально. Вообще, считаю, шикарный кадр, все хорошо. Контровой нормальный. Классный снимок с двойной экспозицией у нас получился вот таким вот образом. Как раз вот эти вот листочки, это был первый слой, мой портрет – это второй слой. Все проявилось, все прекрасно, все замечательно. Вот здесь вот у нас уже начинаются приключения, здесь мы делали фотографию на таймер. Наверное, из-за того, что мы отбежали слишком далеко, несмотря на то, что была включена вспышка, кадр не получился. Далее то же самое здесь. Здесь тоже была включена вспышка, но из-за того, что, видимо, стало темнее, контровой свет получился не самым лучшим образом на данном снимке. То есть нам уже это говорит о том, что нужно все-таки снимать более при светлой погоде. Здесь тоже неплохой кадр, но, опять же, из-за того, что свет стал темнее, он получился розоватым. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что данный полароид хорош для именно яркой погоды, для светлого там лета, теплого весеннего дня, но стоит чуть-чуть только потемнеть, все, становится не очень хорошо на этих снимках, и, впрочем, это ваш выбор. Спасибо большое вам за просмотр, покупайте Polaroid Go. С вами была Арина, ведущая Вандерфото. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. Подписывайтесь на наш Инстаграм. У нас тут очень много классных, интересных фотографий, различных лайфхаков, а также мы выкладываем сторис, в которых вы можете поделиться своими фотографиями, голосовать за выбор пленки и участвовать в различных конкурсах. А также вы самыми первыми узнаете про наши акции и скидки. Будет круто. Присоединяйтесь.